Да, интерлюдия. Отрекшиеся. Пару дней спустя гонец, посланный Кельтасом, наконец подошел к руинам столицы. Ничего себе, такой долгий путь у него. Стойте, высшие эльфы. Зачем вы пришли сюда? У меня неотложное дело к леди Сильвании Вертрокрыла. Я должен поговорить с ней немедленно. Думаешь, темная леди, есть до тебя какое-то дело? Что здесь происходит? Кто эти эльфы? Мисс Фейлин, эльфы хотят увидеть леди Сильвану. А кто вы такие? Зачем вам леди Сильвана? Миледи, нас послал Кельтас Солнечный Странник. Моя допеша касается родины вашей госпожи. Пожалуйста, я должен увидеть ее. Что же, раз тебе так должно, идем со мной. Леди Сильвана все еще тоскует по своему дому, если тебе интересно. Жуткое местечко, но выполнено на отмену. Миледи, к вам пришел гонец высших эльфов. Он говорит, что у него для вас неотложные вести. Высших эльфов? Веди его ко мне. Тебе дарована аудиенция у леди Сильваны. Будь почтителен, эльф. Кто ты, высший эльф? Зачем ты пришел ко мне? А это что за урк? Леди Сильвана, я эльф крови, а не высший эльф. Меня послал принц Кельтас Солнечный Странник. Кельтас жив? Род Солнечных Странников еще не оборван. Верно, миледи. Должен сообщить вам, что наши войска уже продвигаются по Кельтовасу, дабы очистить его от плети. Вы сошли с ума? Силы плети немыслимы. Как вы надеетесь одержать победу? Поэтому я и пришел сюда. Принц Кельтас просит вашей помощи в освобождении Кельтоваса. Я... Как ты посмел, придя сюда, заставлять леди Сильвану? Фейлин. Все в порядке. Скажи Кельтасу следующее. Я помогу вам всем, чем только смогу. Кельтовас все еще мой дом, и я должна освободить его любой ценой. Что за урк там сидит? А, это все...